друзья, поля, Калифорния. Если кто-то знал такого барда, фамилия Арон Круп, его звали Арик Круп, вот он был из Минска, у него была такая песня: «Все леса, леса, леса Белоруссии, да, погода словно девочка капризная». А вот у нас тут, если заменить немножко, будет все поля, поля, поля Калифорнии. И вот мы оказываемся напротив поля, на такой плазе импровизированной, где продают фрукты и овощи. Давайте глянем, что у нас на калифорнийском фруктово-овощном прилавке. Тут трудящихся кормят. Кто мимо едет там, может быть, вот, смотрите, супчик клэм-чаудер, булку, видите, можно суп клэм-чаудеру в булку налить, тогда вот будет вот так. И с этой стороны поле, и с той стороны поле, так вроде грядки, в смысле, арбузы там туда-сюда, а за арбузами поле. Вот она. Сейчас очень много клубники растет. И так, я думаю, кто же собирает? Боже, там такие громадные-громадные поля. Необъятные. Причем клубнику также не соберешь, надо много раз пройти. Так. Что бы это такое было? Вот смотрите как. Ребята, как пахнет эта клубника, это же вообще передать невозможно. Я не знаю, почем она, тут нет ценника. Она стоит и просто очень-очень пахнет. Крупная, Свет, смотри. Да, классная. Да. Там она вот есть в отдельном, это очень большие кейсы, а да. Там есть вот поменьше. Ну вот, давай покажем ценник. Значит, вот апельсины какие-то небольшие они в мешках. Да, но $3. $3 за мешок. Я, честно говоря, не знаю, сколько тут фунтов в этом мешке, но вот вы видите его размер. Не знаю, как. Тут что-то написано на самом деле. 8 пал, 8 фунтов. 8 фунтов, 3,5 килограмма. Так, вот у нас дыньки по $2 штучка. Так. А это у нас. И это у нас авокадо. 4 за $5. Очень дешево. Вот здесь 5 4 за $5. А если один, а то тогда вот полтора. Вот здесь вот 5 за $3. А здесь 5 за $3. Да. Поменьше. Чуть-чуть, но на самом деле они как раз нужны поменьше. Почем у нас арбузы? Такие они симпатичные арбузы. $2 штучка. Так. А ты хочешь, чтобы дыньку взяли? Сейчас посмотрим. Грейпфруты. 12 штук за $1. Вот эти вот. 12 штук за $1. Даже не знаю, как. Интересно. Или 10 центов за один. Не хочется. Эти арбузы по 2 на трешку. Сейчас, ребята, сезон абрикосов. Абрикосы. Ну, я бы не сказал, что эти сильно симпатичные. Хотя я не сомневаюсь, что должны быть очень вкусными. Ну, может, это сорт. Может быть, сорт, да. Что у нас тут? Черри. Черешенка по трешке. Как? Трешка это хорошая сюда сейчас? Нет, знаешь, в этом году черри не очень много. Так. И это самое, она вот такая дорогая. А это обычно $1.80 цена, а здесь вот по трешке есть все. Ну давай с клубникой разбираться, почем клубника. Значит, полфлета. Вот такая одна коробочка, вот такая. Полфлета это $9. $9. Ну что же, я считаю, что это немного совсем. Может, здесь выходить завтра на фото. Давай возьмем здесь. Смотри, она шикарная. Собирать не надо, уже собрано. Ну, дело не в том, что собирать, там можно тоже собрать. Да. Там, наверное, такой крупный уже нету. Да, да, там уже более мелкое. Здесь, значит, у нас торгости будет, и надо дозавтра. Так. Персики белые. $1.99. Нектарины. $1.99. Виноград крупный, здоровенный, ядреный, $1.99. Тут какой-то еще виноград, не поймешь. Это помельче. Не поймешь чего. Чего? Хотим. Викторина мы хотим. Виноград без косточек. $2.
Но все цены за фунт, друзья, если у кого-то сомнения, все цены за фунт. Это интересные китайские ягодки, такие специфические, ничего не хочу сказать. Так, о чем бананы, я не понял. How much are bananas? 69 центов бананы. Так, а вот это лаймы, вот эти вот такие маленькие лимончики зелененькие. Они у нас 5 на доллар. А вот такие лимончики, я, честно сказать, даже не назвал бы это лимончиками. Это больше по размеру, как орех. Вот так вот. Вот такого размера они. 4 на доллар. Азиатские груши. Ну, не знаю, я, например, не привык их кушать, они у меня не идут. Гуава. Я не знаю, друзья, кто из вас любит гуаву. Но если кто-то любит, то вот, пожалуйста, по 3 за фунт, сколько хочет. Так, чесночок. А да, сейчас цену на чесночок сейчас узнаем. Помидоры вот такие, кластером. $1.49. Папайя. Папайя $1.29. Ананасы 2 за $4. Чесночок. Значит, вот такая сетка чесноку. $12, если одну брать. А если брать две, то $20 за две. Бэйби бананы. Я, честно говоря, не могу сказать, что мы их едим, но вот $1.79. Бэйби бананы. Стручки зеленые $1.49. Помидорчики 2 за 3 коробочки. Если одну коробочку $1.79, а так по полтора, если две. Слушай. Кто знает, что это? Я думаю, это кокос свет. Да. Кокос. Вот ему нужно промеж, да, глаз, вот ему в глаз, да, вот туда, промеж глаз, глаз, и он откроется. Кокос откроется. Молочко, да. Да. Манго. Друзья, большевики лишили наше поколение доступа к манго. Мы не видели манго, пока не попали в Соединенные Штаты. Две манго за $3. Обратите внимание. Вот это богатство, две за $3. Кто любит, конечно. Да, ямс – это такая картошечка, очень вкусная. Ну, типа картошечки. Типа, очень, очень вкусно. Так. Они, видите, разные бывают. Вот бывают такие, purple yams. Так. Blood oranges. А, смотрите, 49 центов. Вот они, вот тут вот. Кровавые апельсинчики. Да. Так, ну что у нас тут есть? Видите, написано, смотрите сюда, написано bargain table, то есть отдаем по дешевке, это значит по-простому. Они сюда собирают то, что если сейчас не отдать, то просто пропадет, надо будет выкинуть. Вот они взяли, накидали сюда, я бы это назвал мандаринами, честно сказать. Так обычно, вот оно пишет, $1, да, вот видите, цена, наверное, $1. Вот за доллар отдают вот столько мандаринов. И здесь тоже за доллар много мандаринов. А здесь клубника. Ой, ты, ё-моё. За доллар вот этот мешок клубники. Посмотрите на него. Но надо сразу скушать. Вот она, друзья, клубничка. Клубничка. Вот она, парни, клубничка. Не знаю, видны ли вам ягодки. Я хорошо вижу. Красненькие такие островки. Маленькие, красненькие.